Записать ребенка в первый класс теперь можно через интернет. Для этого необходимо, чтобы один из родителей имел электронно-цифровую подпись и был зарегистрирован на портале egov.kz. Услуга по подаче заявления в школу появилась на сайте электронного правительства сравнительно недавно. Для того, чтобы ей воспользоваться, родителям необходимо зарегистрироваться на сайте EGOV и войти в раздел «Образование». В подразделе есть услуга, которая называется «Прием документов для зачисления в общеобразовательные школы». Открыв ссылку «Заказать услугу онлайн», необходимо прикрепить фотографию ребенка размером не больше 2 мегабайт. Далее следовать инструкции. Услуга оказывается бесплатно в течение 5 рабочих дней. После всех проделанных действий ваш личный кабинет придет уведомление о зачислении ребенка в школу либо отказе с указанием причины.